Для американских водителей наступил настоящий праздник. На фоне рекордно низкой стоимости сырой нефти средняя цена бензина в США на этой неделе упала ниже $2 за галлон. Впервые с кризисного 2009 года. В пересчете на европейские единицы измерения 52 цента за литр. Таковы данные Американской ассоциации автомобилистов. Да, я заметил, год назад я платил примерно $50, чтобы залить полный бак машины, а сейчас где-то 36-38. Для страны с самой высокой в мире автомобилизацией населения, 800 машин на 1000 человек, новости более чем хорошие. В этом году экономия американских семей на бензине составит $115 миллиардов. Это $555 на каждого владельца прав, говорит представитель ассоциации. В Европе бензин тоже подешевел, хотя и не так резко, из-за более высоких, чем в США, акцизов, которые к тому же не одинаковы в разных странах. Самые высокие в Великобритании – 60% от цены литра бензина.